от наших подписчиц неоднократно поступали жалобы на город Каспийск, что в Каспийске средь бела дня и рано утром производят отстрелы бездомных животных, а также иногда их периодически травят. На моих глазах неоднократно убивали собак и оставляют трупы при этом на глазах детей. И недавним случаем было вот 30 мая. Труп оставили, это было без 5-7 утра. Далее вот 31 мая уже пораньше вышло, это было уже без 15-6. Уже стрелок ждал жертву. Вы видели этого человека? Этого человека я знаю, его зовут Абакатов Магомед Гаджи. Лежит белая собака, вот она, стрелкой показываю. Вот он, один, вот второй стрелкой, вот с ружьем идет, видно. Хорошо, прекрасно. Мальчик идет в белой рубашке. Мимо. Вот они, видимо, сейчас подождут, вот пока он. И пойдет потом к собаке непосредственно. Я тоже ему сказала, живодер, говорю, в такое место сразу можно, говорю, стрелять собака, это самое. Это, ага. Все, что греха не бояться, да, люди? Видимо, нет. Агрессивные были собаки? Нет, нет. Нет, собаки не агрессивные. Вот эта черная, я вчера утром пришла, это самое, там я мусор складывала, она прямо вот так на спину прыгнула ко мне и таскает меня, таскает. Это самая хорошая собака была, ласка. Тут агрессивных не было, только никак. Я не только вижу, я постоянно регулярно слышу. Постоянно бывают угрозы в адрес всех защитников собак, в адрес тех, по крайней мере, даже кто не защищает, кто кормит. Постоянно говорят, что будем писать в администрацию, и, скорее всего, уже и написано было в администрацию, и потом со стороны администрации дается указание соответственным службам, и они зачищают город. Когда был случай с девочкой на докторном поселке, я звонила МУП управления «Чистый город» в Каспийск, и вот Шамиль, глава, сказал, вот я лично, у нас есть сотрудник, охотник, которого мы оплачиваем, мы будем отстреливать всех собак. Вот жалуйтесь куда хотите, делайте что хотите, мы будем отстреливать. Это Шамиль Абдулмеджидович? Да, да. Послушайте, аукцион на отлов или отстрел у нас не объявлен в городе. Поэтому то, что они говорят, я не знаю, что они говорят, но у нас это не происходит. Или там простых дьявок там отстреливали, тем более средь белого дня, это полная ложь, это неправда. Но дело в том, что мы живем в правовом государстве, я вам хочу сказать, и законом Российской Федерации запрещен отстрел. Я вот хотела бы немножко... Меня зовут Шамиль, я директор комбината. Если хоть один гражданин города Каспийска позвонит и скажет, питбуль-терьер, а они отличаются от агрессии, скажут, в городе гуляет питбуль-терьер, мне без разницы, я плюю, я его застрелю, и ни на какой закон не посмотрю.